Здравствуйте! В этом видео я покажу, как получить аспект влияния. Для выполнения этого поручения вам понадобится экзотический гранатомет «Хватка спасения». Первым делом вам нужно отправиться к незнакомке в локацию «Неизвестность», что на Европе. У нее возьмите поручение. Далее отправляйтесь в колодец бесконечности, вход через пропасть Астерия. Сейчас вы можете увидеть путь от переправы Харона. Там вам нужно будет добраться до маленьких пирамидок, которые будут висеть в воздухе. Стреляйте по ним из гранатомета. Зажимайте левую кнопку мыши, чтобы при стрельбе появлялся маркер места попадания, так будет проще целиться. Далее, когда появится большая пирамида, уничтожьте всех врагов и взаимодействуйте с пирамидой. После этого квест пошлет вас выполнять героическое испытание Экза. Просто запускайте это задание с карты Европы. Будьте внимательны, в задании есть воители. На первой неделе сезона они перегружены. После выполнения задания отправляйтесь в неизвестность и забирайте в Нексусе новый аспект. Спасибо за просмотр!